Меня зовут Аманжолов Тимур, сейчас я живу в Караганде. Я зашел в экологический музей, сейчас поснимаю с разрешения. Подписано. Полезные ископаемые, я так понимаю. Что-то. Так, железо. А, железные руды. Так. Вот интересно. 174. А, это малахит, скорее всего. 174. Да, малахит. Зеленый этот. Малахит, медная руда. Железные руды. Железные руды. Так, 602. Тут хрен, что ли? А тут другое. Ладно. Интересно. Формы классные. Ну, железную руду-то я видел, что в институте учился. Телевизор. Интересно. А тут сделана какая-то добыча руды. Разрез. Эти батарейки можно сдавать, использованные. Отцу сказать. У нас есть аккумулятор и батарейки. Отжившие свое. Так что вот, в принципе, можно сюда создавать. Ладно, скажу позже. Так, что это карта? Темиртау, Караганда, Балхаш. Что такое? Шкаф управления, шахты, холодильник, холодильник, Днепр, мыльница, включается снизу свет. Так, какие-то горячие газы. О, кстати, вот пылесос исторический. Айфон. Так, что это здесь? А, что там? Ядерная энергия. Так, крышки. Пластиковая утилизация. Монитор LG. Защита. Кстати, тоже вот. О, колесо телеги. Какие-то зубчатые колеса. Понятно, значит. Какой-то механизм, скорее всего. Пылесос старый, прялка, костюм химзащиты. Подписано, что такое. А, мельничный круг, Жернов. Двигатель. Станок сверлили. Да, ракетный, может, двигатель. Ступень какая-то. Трудно сказать, я в этом не разбираюсь. Так, а что?
учились, как предотвратить гибель птиц при строительстве новых лап. Установите счетчики воды. Подчинение радиации, влияние радиации на человека. Альберт Эйнштейн установил фундаментальное соотношение между массой и энергией. Формула Эйнштейна указывает на огромный запас энергии, скрытый в веществе и теле. Это соотношение сейчас лежит в основе расчета энергетических выходов всех ядерных превращений, в частности энергетического выхода реакции деления и синтеза. Что-то пищит. Контейнеры мусора. Ладно, я тут скажу по поводу батареек отработанных. Это применение реакторов. Это схема ядерного реактора. Ядерный цикл. Республика Казахстан. Алашская АЭС. Гидрометаллургический завод. Получение закиси и окиси урана. Атомные самолеты. Навес. Не знаю, насколько это. Управление термоядерной синтезы, управление, связанное надеждой человека на получение практически неисчерпаемого токамака. Это превращение термоядерной синтезы одного вещества в другое. Вот я что-то знаю. О! Швейная машинка с нужным приводом. Какие-то, я не знаю. А вот, кстати, отсек, ракета, эта часть. Что это? Зеленый пункт. Так. Полигона. А, полигона это то, где используется ядерная Симпалатинский ядерный полигон. Огромный. Жуткая вещь. Если это можно так сказать. Так, что это? А. Какой-то велотренажер. В сложенном виде. Для кого? Так. Так, судя по всему, это мишени были. Какие-то, не знаю. Сечёные. Что такое? Ядерная угроза. Так, печатная машинка. Консул. Какие-то. Шар-баллоны вижу, ракетные. Баллоны это закачивают сжатый воздух для того, чтобы работали, допустим, топливные баки, выдавливали топливо. Еще баллоны это точно. Как
пение какое-то. Сейчас посмотрите, почитаю, если я написано. Токсичная карта. Камера какая-то. Трудно сказать, для чего это. Это явно двигатель. Жидкостный ракетный двигатель, скорее всего. Судя по его состоянию. Только от чего? Общество. Количество мусора. Магнитофон похож какой-то. Ох. Какие-то кристаллы. Дрозы какие-то, непонятно. Это может быть кварц или еще что. Красиво вот это. Что-то я не вижу, написано, не написано. Как называется змеевик? Розовый кварц. Розовый кварц. Кварц. Интересно, вот яйцо это что? Опал. Опал огненный. Диатрас, диатрас, что это? О, корабль. Кварц. Сера. Ох, ядовит. Сера. Что, я не вижу. Написано. Амибия, Африка. Вольфирит какой-то. Не знаю. Интересно. Без подписи. Интересно. Лохи, что ли, зеленый это? Просто не вижу, что там. То подписи нет. Всего. О, сайгачонок. Вот это что такое?
такое. Это муховой агат. Во. Какой интересный. Размер какой. У агата. Интересный камень какой. Что природа создала. Ого. Сколько тут сыра. Ладно. Время не очень. О, интересно, какие поделки. Ну, из зеленого знаю только малахит. Медная руда. Больше ничего не знаю. Янтарь. Ну, наш кусок какой. Вот эту сторону чуть-чуть подними, а то у меня уголок лежит. Вот чтобы задралась она вот так. Руку просунь сюда. Поделки. Интересно. Не вижу. Это что-то. Малахит, ну зеленый, да, это я знаю, малахит. А это что? Агат. Вот этот. Агат. Что? Яшма. Яшма. Это что? Кварц. Кварц красивый. Белит. О, какие кристаллы. Что это все? Какая вот здесь кусок какой не подписано. А горный хрусталь написано. Горный хрусталь, ладно, тоже похоже горный хрусталь. Кристалла. Тоже наиборный хрусталь. Творение природы. Что такое? Железо какое-то. Минерал. Агат. Красивый. Агат.
тоже. Что это? Резные фигуры. Резные фигуры. Вот. Горный хрусталь. Кусок какой. Красота. О, что это такое? Какая? Не вижу. Жеода аметиста. Жеода аметиста. Жеода. Только да внутри такое. Красота такая. Что? Непонятно, что это такое. Не подписано. Жеода. Аметиста. Красиво. Это внутри камня такое. Красота. Ох. Пианин. Это что, тоже что жеода? Аметист. Фиолетовый. Поделки. Кварц. Когда-то тоже был кусочек кварца. Такой откуда взялся? Ничего нет. Гад. Бликует здесь. Друза кальцита с барнита. Какая друза? Это явно тоже какая-то животная. Понятно. Что это? Кальцит. Красиво, интересно. Малахит черный. Черный малахит. Аметист. Аметист. Шабузит. Что? Что? Стабит. Ой, не вижу. Сподумен. О, вот это да, интересно. То, что я забыл. Господи. Память подводит. Я забыл. Кремний. Кремний. Ну, кремний не, вот это то, что каменелое дерево. Каменелое дерево. Марказит. Это кто это? Вот это не то, что явно морской, но память. Что не вижу. Так. Флюорит. Фиолетовый, который. Магнетит. Пирит. А ну пирит я находил. Похоже на завод. Гематит. Вот это. Господи, вот это что это? Ой, память. Знал, знал. Не знал, еще и забыл. Да. Че? Грешить на память, если не знал. Не знал, забыл. Ну как интересно. Не подписан. А тоже ракушка какая-то, что ли?
железная, рубиновая. Медь. Медь. Тоже какой-то, да, живода какая-то. Картины. Ух, какая корона, ваза. Не видно ничего. Не с этой стороны сзади. С этой стороны лучше будет видно. Ну да. Что-то. Кинокамера, что ли? Да. Здесь из дерева сделано. Да, я зашел из дерева. Так, ладно, выдаюсь. По каким-то заколкам. А подскажите, а вот окаменелось вот это. А? Как это называется? Я забыл. Окаменелось? Вы не в курсе, да? Не знаю. Кто там делает? Там и дальше. А, все отлично. О, кошка ходит. В туалет раз захотел. Который из них Агата, не знаете? Агата? Агата есть. Кто? Агата. Я прочел, что у нас прям находят в степи. Ну вот то, что в степи. Вот агат, похож. Вот, вот маленький. Вот, мне кажется, да, вот эти вот, вот агаты. Вот, если не знать, кажется, что обычный камушек. Ну да, когда он еще кругленький, ну в смысле вот как бы не разрезан, внутри не видно. Посмотрите, да, картины. Ну а вот, допустим, вот такого увидеть. Снаружи такое, а внутри его. Да, да. Живода как. Живода. Пока не разрезано. То есть снаружи это так, а. Это не наше. Видите, как а внутри его как. А снаружи совершенно по-другому. Интересно. Как окаменелость называется, я так и не выяснил. Там морская окаменелость. Ага. Через Google может поискать? Да, это думал, поищу. Просто я помнил, или точнее не знал, еще и забыл. Скажем так, ладно, пойду я, наверное, домой.